Друзья, приветствую вас на нашем канале. Для многих людей старинные автомобили обладают особым шармом, с которым не могут сравниться современные машины. Фактор ностальгии, мастерство исполнения и ощущение вождения чего-то уникального – все это делает старинные автомобили любимыми среди автолюбителей. Именно это и было важно для автолюбителя из Нижнего Новгорода, который приобрел ЗИЛ-130 с хранения и бережно восстановил его былую славу. ЗИЛ-130 – это советский грузовик, который выпускался с 1962 по 1994 год. Он был популярной рабочей лошадкой в Советском Союзе и за его пределами, и многие экземпляры можно увидеть на дорогах и сегодня. ЗИЛ-130, купленный нижегородцем, некоторое время простоял на складе, прежде чем его вернули к жизни. Путь ЗИЛ-130 к своему новому владельцу был нелегким. Чтобы добраться до места назначения, автомобиль пришлось перевести за 3000 километров. Как только он прибыл, мужчина приступил к работе по восстановлению его былой славы. В первую очередь было проведено техническое обслуживание автомобиля, которое включало замену всех жидкостей, установку нового бензобака и замену сальников. Свечи зажигания в ЗИЛе были 1968 года, что означало, что их ни разу не меняли с момента выпуска автомобиля. После проведения необходимого технического обслуживания мужчина полностью разобрал автомобиль и приступил к работе над интерьером и экстерьером. Кабина получила новый козырек в советском стиле, а сиденья были обшиты советским кожзаменителем, что придало салону аутентичный вид. Кузов автомобиля также отполировали до блеска, чтобы он выглядел так, будто только что сошел с конвейера. Одним из самых важных решений, которые пришлось принять мужчине в процессе реставрации, было то, какой стиль цистерны установить на ЗИЛ-130. Он долго думал над этим решением, желая, чтобы цистерна была не только функциональной, но и отлично выглядела. В конце концов, он решил нанести на бочку узор ЗИЛа, что стало кивком в сторону наследия автомобиля. Примерочный рисунок на цистерне зеленого цвета смотрелся очень хорошо, однако для создания идеального внешнего вида нужно было избавить бочку от ржавчины. Любовь этого человека к ЗИЛ-130 проявляется в каждом аспекте процесса реставрации. Он тщательно следил за тем, чтобы каждая деталь была идеальной, от нового бензобака до советских сидений из кожзаменителя тех времен. Его внимание к деталям свидетельствует о его страсти к старинным автомобилям, а его преданность восстановлению ЗИЛ-130 просто вдохновляет. Подобные проекты всегда тяжелы к осуществлению из-за проблем с поиском запчастей. Также проблемы возникают с возрастом самого авто, который может подкидывать неожиданные поломки. Однако данный случай – хороший пример того, как упорство и желание достичь результата помогают владельцу преодолеть данные трудности. Отреставрированный ЗИЛ-130 – это просто красота, и легко понять, почему человек из Нижнего Новгорода влюбился в него. Автомобиль представляет собой частицу советской истории, и процесс реставрации обеспечил ему возможность наслаждаться ею еще долгие годы. Любовь этого человека к автомобилю заразительна, и легко представить, как другие вдохновляются, смотря на подобные реставрационные проекты. В заключение хочется сказать, что история нижегородца и его ЗИЛа – это свидетельство непреходящей привлекательности старинных автомобилей. Любовь этого человека к автомобилю просвечивает в каждом аспекте процесса реставрации, и конечный результат – очередное доказательство. Восстановленный ЗИЛ-130 – настоящее произведение искусства, и он наверняка будет предметом гордости своего владельца на протяжении многих лет. Данный автомобиль также будет некой машиной времени, которая сможет перенести нас в ушедшую эпоху. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. Напишите обязательно в комментариях, понравился ли вам итоговый результат. Не забудьте подписаться на канал, и до новых встреч!